Я все время утверждал, что у нас националисты проамериканскую и прозападную политику проводят и отстаивают их интересы. Но я ошибся, потому что, судя по тому, кто у нас начинал захватывать здания, администрации, и когда, вы не забыли, господа националисты, кто захватывал СБУ, милицию, кто захватывал арсеналы, кто захватил оружие, и до сих пор тысячи стволов находятся в руках тех, кто уже сформировали бандформирование и шастает по всей Украине. Разве не вы дали пример и сценарий? Так оказывается, вы выполняли не американский, а сценарий Российской Федерации по уничтожению независимости Украины, по расколу Украины, по разграблению Украины. Вы эти примеры все показали сегодня, граждане объективно правильно используют, потому что вы все время говорили о том, что вам угрожают силовиками. Вы сегодня вооруженных людей бросили против тех, кто мирным путем хотели отстоять свои права. Вы сегодня все делаете для того, чтобы запугать людей. Вы арестовываете людей. Вы ведете и развязали борьбу против инакомыслия. Я считаю... Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Шановні колеги. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Оголошується перерва на 10 хвилин.